Доброе утро, друзья. Сегодня морозно. Прошли давно, Люсю не показывала. У Люси все нормально. Да, Люся? Бегает, двигается. Щенков не видно. Не встречают. Может, кто-то уже дал покушать, а может, сидят, греются. А вот он один. Вот они, да? Вот они. Пузырь. Все, пойдемте. Все вырезали, водички налила. Бусик пришел, живой, здоровый, кушает. Ему тоже водички налила, чтобы та оттаяла, ледяная. Да? Что вы там? Сидите. Красавчики. Никто не хочет вас брать, да? Бусик, что ж у тебя нос такой какой-то грязный? По мойке лазишь все равно, да? Добрый день, друзья! Не поверите, но у нас очередная посылочка. Это посылочка от Марины из Симферополя. Мы уже давно с ней дружим. И летом вместе в Ялте встречались и отдыхали вместе. В Ялте мы еще познакомились с Романом, с Мариным мужем. Так что, Марина, огромный приветик и тебе, и Роману. Так что очень приятно, что вы присылаете нам посылочки, честное слово. Спасибо вам огромное. Ну, непосредственно сейчас Мариночке огромное спасибо. Ну и начинаем вскрывать. Так. Ой, надо мешочек положить. Это сладости, как они называются? Крымские сладости, да. Вот такая вот коробочка. Вот. Я вот это оставлю, то посылку бросали, но тут чуть-чуть подрассыпалось. Сладости продолжают прибывать. Сухой корм для кошек. Мясное жаркое. Вот такая коробочка. А пахнет как сладости. Запах. Бабси, это тебе, наверное. Если будешь, да. То он такой у нас. Так, буду. Так. Бабсику. Угу. Бабсику опять вкусняшки. Только он, да, что-то не очень. Ну, посмотрим, как эти. Может быть, он там выборочно. Так, вот такие.
Вот такие две пачечки. Вот. И вот такие вот. Ну, посмотрим, может, что-то будет кушать. Ну, может быть, и Боси, да. О, пакетики шелестения ему нравятся. А как кушать? Ну, посмотрим. Да, может быть, то сухой как раз до Боси. Так, дальше. Ага. Это тоже. Тоже корм. Это тоже все котам. Вот такие. Вот такие две пачечки. И вот такая. Бабтик, будешь пробовать? Все, ну пахнет, пахнет котами. Так, вот такая коробочка. Ну тут и картинка, по-моему, что-то и для Маруси, наверное. Так, ага. Из ароматной курочки. Полнорационный сухой корм. Вот такой. Ну, друзья, так как я кормлю ее кашками, с мясом и все, что, как говорится, необходимо, сухой корм, это будет ей как угощение. Будем на улицу ходить, да, чтобы она не подбирала ничего. Ну, будем учить, так что это тоже нужно. Спасибо, Маринка. Самое первое у нас идут это для котов и собак-то. Так, дальше. Ага. О, это с Новым годом. Новогодний вот такой мешочек. Мишурой. С Новым годом, да, друзья. Я же... Подарки с Новый год продолжается. Подарки продолжаем принимать. Паксик, подожди, еще это коробочек мы не освободили. Так, он тут порвался, ну вот так тогда мы его. Так. О, Марина, затрамбовала. О, я уже разодрала. Надо было решить. Ну ладно. Так. Это тоже прохвост, сухой корм тоже для котиков. Так, надо вот так свернуть его, чтобы бабчик не рассыпал. Так, это тоже для стерилизованных кошек. Вот такой вот корм. Да, наверное, Боси. Потому что Баксик, видите, к одному корму привык. Ну, Буся тоже передаст огромный привет и скажет спасибо. Так. Угу. О, да тут угощение, да? И котам. Так, это тоже котику. Котам. Вот такой Пурина тоже. Еще 4 упаковочки. Все, это посылка это, для наших питомцев называется. Так, это тоже. Ну, Марина, сколько накупила. О, праздник. И у вас Новый год продолжается. Это для Маруси. Вот такие про баланс. Ой. Вот такие две упаковочки. Боксик, боксик. Так, тебе дать. Так, вот такие вот три разные. Куриная грудка, телятина. Вот тоже для Маруси. И вот такая вот педигри. Ну, такое брала, такое надо будет любой кушать. Это Боксик у нас немножечко привередливый. Ну, конечно, я не буду так это, а то она привыкнет тоже. Буду в кашку по чуть-чуть добавлять. Ну, если, может, какое-то поощрение, может, и так дам. Так, ну, тут еще коробочка. Ой, а что это у нас лежит под елочкой? Какой-то подарочек. А чей это подарочек, интересно? И что там в подарочке? Вы увидите после доставочки. Открыть этот подарочек можно будет только после Нового года.
Так что ждите доставочку. И еще вам вот такие вот новогодние наклеечки в подарок. Закрываем нашу посылку и отправляем адресату. Бабки, посмотрим, что здесь. Сейчас что-то видно. Так, это наклеечки, да? Да. Ага. Это на окошко, наверное. Нет. Ну, потом Марина нам расскажет. Вот такие наклеечки. Куда их? Куда угодно, а как? Они просвечиваются тут сейчас. Ага, они вот так вот расклеиваются. И... А, просто можно куда-то на подарочки или куда-то приклеивать отдельно. Все, понятно. Ну, тут разные новогодние вот такие картинки. Просто она была большим листом. Марина разрезала, чтобы это влезло и не помялось. Так, оно хорошо целее получилось. Так. Что ж это такое? Сейчас. А, кофе. На истинный итальянский вкус кофе. Вот такая коробочка. Прям такая, знаете, твердая. Я даже не пойму, в чем она. Может, какой-то как прессованная. Ну, не хочется сейчас открывать. Вот такая. Может, кто-то тоже пил. Ну, прям это. Может, кусочками, наверное, надо отламывать. Или это сама такая просто упаковка? И хочется открыть. Ладно, может, когда откроем, будем пить. И по ходу видео тогда покажем. Так. Спасибо, спасибо, Мариночка. Так, это у нас мармелад. Вот Дима любит мармелад. Чудо-ягода. Чудо-ягода. Вот такой вот. Так. Это сейчас мы... Это, наверное, для меня что-то. Угу. Семисильная маска для волос и гречишный скраб для тела. Вот такая маска для волос. И вот такая. Ну, Маринка меня любит баловать крымскими масочками, кремами разными, все, вот, все такое. Ну, и я сама там сколько ходили, смотрели, конечно, все нравится. Ну, все не купишь, ну, конечно, буду пользоваться. Это моя слабость, вот эти, я же говорю, разные кремики. Спасибо, Мариночка. Так, это еще не все. Дальше. Зубная паста без фтора. Красивые, здоровые люди. Вот такая. Уголь плюс мята. Да, будем зубы. У меня по жизни просто хоть и чищу постоянно зубы, вот все равно они какие-то желтизной, как говорится. Не курю, ну кофе, конечно, пью, но они мне все время такой вот оттенок и есть. Так, это спонжики для глаз и маска для лица. Вот, я только проговорила, вот такая маска. Ну, это спонжики. И так. Дальше. Это я достану. Бабчик, подожди, потом попробуешь. Так, это гель для рук, антибактериальный, чайное дерево. Вот такой. Угу. Крем мне нужно для рук. У меня пальчики вот эти вот, ну, большие вот эти начинают шелушиться, но я все равно это каждый день использую крем для рук. Наверное, от того, что я спиртом обрабатываю постоянно, как прихожу, а я ж не специальный раствор покупаю в аптеке, а покупаю вот этот 90% спирт, разбавляю 50 на 50 с водой, и, наверное, все-таки руки это сушит. Нужно ли больше воды? Концентрацию немножечко убавлять. Так, бабсик, ну не лазит тут.
Сядь, сядь, посиди. Посиди, а то ты тут все перевернешь. Обрабатываю. Ну, нет, если я никуда не выхожу, нет, а так все равно, вот я даже Бусю покормить, это, когда животных иду покормить, прихожу, всегда обрабатываю. А если потом еще в магазин или куда-то пошла, опять обрабатываю. Ну, конечно, это не самое страшное, что руки, главное, чтобы не заболеть. Так. 4 раза в день. Ну, наверное, так и получается. Вот оно и сушится. Так, и вот такая, это, наверное, для Димы Синника, зубная щеточка. Спасибо огромное, да. И для Димы, и для меня. Но самое главное, что я же говорю, для животных. И Баксик, я думаю, прям так это, наверное, будет. Ну, Маруся точно будет довольна, и Буся. Ну, а Баксик уже посмотрим, как, да. Так что спасибо огромное, Мариночка. Здоровья тебе, самого крепкого. Твоим всем. Баксик нельзя. Нельзя прыгать. Давай, давай. За угощение, и ты скажешь спасибо огромное. Здоровья всем родным, близким, знакомым. Мирного неба над головой. Чтоб все у вас на семейном. Ай, Баксик, не кусайся. В плане, все было хорошо, все получилось. Ну что ж ты меня грызешь? Ну что ж ты меня грызешь, а? Баксик. Все, свободен. Ну чего ты грызешь? Все, иди. Все. Даже не думай на меня прыгать. Марусю, не, она лежит тихонечко, не надо, а то сейчас тоже взять. Да. Марусечка, иди. Марусенька, скажи. Мариночка, спасибо тебе огромное. Она тут в шлейке с поводочком лежит. Скажи, очень огромное спасибо. Скажи, я довольна. Буду кушать с удовольствием. Так что спасибо, спасибо, еще раз спасибо, да? Скажи, я такая уже смирненькая, послушненькая, да? Особенно после вкусняшек, да? Все. А Баксик хулиган, кусается, да? Все, мои хорошие. Все, спасибо еще раз огромное. Роману большой-большой привет. Баксик ждал коробочку. Ну, коробочка занята, решил в пакетике посидеть, да? Так, Баксик, иди, мама тебе вкусняшку даст. Посмотрим. Стой, стой. Это будешь ты кушать? Ты сейчас вот так. Ну, это кушает. Это мясное он кушает. А видите, то было с овощами. С овощами он не хотел. Ну вот. Ешь, ешь. Кушает не только юшечку, все ест. Ну, может быть, вот так потихонечку сначала на жидкие корма перейдем. Потом, может быть, перейдет на такую еду. Потихоньку. Ну, будем пробовать, пытаться. Вот, вот. И Марусю надо сюда, да? Ну, Марусечка, тебе по времени тогда дадим. Хорошо? Друзья, ну и хочу показать все в разложенном виде. Оно, я на полотенце постелила, может, не так хорошо видно. Ну, в общем, корма разные. И сухие, и влажные. И для Маруси, и для котиков. Кофе, зубная паста, картинки, спонжики, маска, зубная щетка, паста. Это скраб и маска для волос. Маруся. Так, ну и мармеладки, и вот такие крымские сладости. Еще раз огромное-огромное спасибо. Огромное. С Новым годом! Yeah.